Когда болит душа, ничто не радует. Ничего не хочется, нет сил, нет цели, нет веры в себя и в свое будущее. Знакомые чувства? А если не отпускает постоянное чувство тревоги и хочется спрятаться от жизни? Значит, пришло время позаботиться о своем душевном здоровье. Не стесняйся обращаться за помощью к психологу, ведь полезно выговориться и увидеть проблемную ситуацию с другой стороны. Вернуть яркие краски в свою жизнь, найти свое место и поставить новые цели – возможно. Безвыходных ситуаций не бывает. Ты не один. Ты не одна. Не замыкайся в себе. Помощь рядом. Узнай все о ментальном здоровье на портале «Школа Москва».